Всем привет! Вы на канале Бодимания. Меня зовут Виталий Карбовский, финалист Кубка России по бодибилдингу и директор клуба X-Fit Чистые пруды. Сегодня мы тренируем плечи и трицепс. Поехали! Что такое по-настоящему вкусный протеин? Это разнообразие вкусов и натуральных ингредиентов. KFD Nutrition – очень вкусное спортивное питание. Сегодня в моем цикле тренировка дельт и трицепса. Начинаем мы, как всегда, с разминки. Правильная разминка – это залог эффективной и безопасной тренировки. Если вы хотите оставаться в этом спорте долго, вы обязаны это учесть. Вес подбираю таким образом, чтобы не забиться. То есть разогреть тело, но оно должно быть готово к более серьезной работе. Каждый более-менее серьезный спортсмен наверняка переживал свою травму дельт. Вот каждый с этой ситуацией борется по-разному, по-своему. Вот кто-то закачивает, кто-то бросает все. У меня тоже есть своя жизненная история. Вот. Главное одно, когда ты травмируешь мышцы, травмируешь связки, необходимо прекратить все действия, так как там есть определенные воспаления, и этот воспалительный процесс нужно снять. Необходимо иногда сделать шаг назад, чтобы сделать потом два шага вперед. Тренировка – это не удовольствие, а неотъемлемая часть твоей жизни. Потому что я начал заниматься еще в 10 классе. Вот. И, в принципе, хотя и очень долго был не выступающим спортсменом, а тренировки никогда не бросал. Потому что для меня это больше, чем спорт. Это часть моей жизни, стиль моей жизни. Это некий комфорт, некое качество жизни. Вот, с которого мне уже жить и работать некомфортно. Следующее упражнение – это жим в машине Смита из-за головы. Поехали! Я еще раз хотел бы заметить о правильности и безопасности выполнения упражнений на дельты, так как дельты бросают тень на все остальные. То есть при травме плеча вы не можете выполнять упражнения на бицепс, вы не можете делать нормально спину, вы не можете нормально жать. Поэтому крайне, крайне внимательно относитесь к технике выполнения упражнений. Я не говорю, что она у меня идеальна, но я очень сильно на это обращаю внимание. Хотелось бы сказать о выборе упражнений. Я всегда
стараюсь использовать разные вариации, варьировать, менять углы, менять упражнения. Вот, следующее упражнение, которое мы сделаем, это жим Арнольда. Вот, я понимаю, что ни для кого Америку не открою, но я для себя это упражнение открыл совсем недавно. Человеческое тело адаптируется к нагрузкам, и рано или поздно вы просто привыкаете, и уже организм не отзывается на ту или иную нагрузку. Поэтому меняйтесь, меняйте тренировки, меняйте упражнения, меняйте углы, меняйте штанги, гантели. Делайте тренировку свою разнообразную, интересную. Бизнес и спорт. Вечная дилемма. Возможно ли совмещать одно и другое? Можно ли быть эффективным управленцем и успешным спортсменом? Все очень относительно. Ну, я считаю, что все должно быть в жизни вообще гармонично во всех сферах деятельности. Работа, семья, спорт и так далее. Так уж получилось, что моя деятельность, то, что я сейчас являюсь управляющим, трансформировалась из моего хобби. То есть, и до сих пор я считаю, что я занимаюсь своим любимым делом. Вот, я получаю от него истинное удовольствие. Мое подзанятие составляет порядка 20 лет. И можно сказать, что я прошел путь от подвала до спортзала. Точнее, первый мой спортзал был на чердаке. Поэтому я могу как бы видеть и проанализировать, что было, что стало. И это очень радостно, то, что мы сейчас имеем. Красивые, просторные тренажерные залы, залы групповых программ, бассейны и так далее. Раньше это все было недоступно, а сейчас это все есть в изобилии. И это не конец. Фитнес-индустрия в России, я считаю, еще будет развиваться. Следующее, последнее, можно сказать, финальное, заключительное упражнение на дельты, на заднюю дельту. Разводка в кроссовере, ну, очень эффективно. Вес небольшой, поэтому здесь главное технически выполнять правильно. Тут тот жизненный ритм управляющего и то количество задач, график работы, казалось бы, не позволяют полноценно заниматься. Но я все равно считаю, что нужно находить в себе силы, нужно находить время для того, чтобы уделять этому какую-то часть своей жизни, потому что сфера жизнедеятельности – это тоже это тоже отдых, это тоже какое-то развитие, нельзя зацикливаться только на одном. Поэтому лично я тренируюсь уже, когда я сделал все свои дела, выполнил свои задачи как управляющий. Как правило, это бывает уже поздним-поздним вечером. Я перехожу к следующей группе мышц, это трицепс. И первое упражнение, которое я делаю всегда первым, это трицепс-блок. Когда-то я имел травму локтя, воспаление локтевого сустава, поэтому очень с большим вниманием отношусь к подготовке этой группы мышц, к разминке, к правильной разминке, вот, потому что, ну, травма чревата тем, что она тебя может отбросить очень далеко, да, не говоря о том, что качество твоей жизни может значительно ухудшиться. Теперь, когда связки готовы, мышцы разогреты, мы приступаем к более серьезному упражнению и технически сложному. Это жим узким хватом в тренажере Смита. Начнем.
Хотел сказать про индивидуальность и особенность каждого организма. Все мы, безусловно, являемся индивидуумами, поэтому стройте свой тренировочный процесс, выбирайте те упражнения, которые для вас наиболее эффективны. Чувствуйте свое тело, концентрируйте свое внимание на при выполнении каждого упражнения. И я считаю, что это залог успеха, потому что все истины уже прописаны, все программы, упражнения можно найти во всемирной паутине, но то, как вы относитесь к тренировке, то, как вы строите свой тренировочный процесс, то, как вы выкладываетесь, это является залогом успеха, вашего успеха. Ну, это, наверное, касается всех сфер жизнедеятельности, не только спорта. Последнее заключительное упражнение на трицепс, можно его назвать, наверное, жим платформы в гравитроне. Смысл в том, что для меня оно максимально эффективно, я его действительно чувствую, у меня эта группа мышц очень хорошо на него отзывается, поэтому поехали! Развивайтесь всесторонне и гармонично. Подписывайтесь на канал BodyMania и приходите в клубы X-Fit. До новых встреч!